Подмосковье люблю, голосую. Выборы губернатора региона продолжаются. Все избирательные участки Щелковского района работают в штатном режиме. Для тех же жителей, кто по той или иной причине не может проголосовать по месту жительства, работают дополнительные избирательные участки. Один из них располагается возле платформы «Воронок». Щелковского муниципального района расположены два дополнительных избирательных участка, на одном из которых мы с вами находимся. Он располагается на платформе «Воронок». Это сделано для того, чтобы было удобно избирателям Московской области, которые передвигаются общественным транспортом на свои садовые и дачные участки на территории Щелковского муниципального района, могли проголосовать вот в этом временном избирательном участке. Почему я голосую на этом избирательном участке? Потому что целый день сегодня я также работаю на избирательных участках, оказываю содействие избирательным участкам Щелковского муниципального района, поэтому мне неудобно голосовать по месту своего проживания, и в рамках мобильного избирателя я прикрепился по спецзаявлению к избирательному участку, расположенному здесь, на станции «Воронок».